Могилевские детячие ортопеды стали лепшими на усходноевропейском съезде медиков. И он проходил у Польши. Это первый подобный форум в истории светной ортопедии. Могилевские медики первыми вылучили велосипедную травму у особный вид и показали проблему, как она існує. На жаль, сделать это помогла статистика. За лето у Могилевский травмопункт после езды на велосипеде звертается до 1500 детей и подлетков. Многим приходится делать операции. Весь практичный опыт медики обогульнили разом со своими методами лечения, и эту науковую работу проставили на суд жюри. Сирот 30 могилевский доклад у Европе оказался лепшим. Например, могилевские специалисты означают, что особливо небезопасно, когда малых детей перевозить на велосипедах без специальных креслов. Дети получают очень тяжелую травму. Эта травма, кроме переломов, сопровождается очень выраженным сдавлением, некрозом, повреждением мягких тканей. Поэтому лечение его довольно затруднительно.